Всем привет! Вас приветствует развлекательный канал Video Channel 47. Меня зовут Влад, и сегодня мы сыграем матч со скромным клубом под названием Эльче, который находится в зоне выбывания Ла Лиги и который нам по силам выиграть, по крайней мере, в этом матче. Ну что ж, поехали! Поехали и давайте играть матч. А даже форма Эльче не лицензирована. Вот так вот. Ну и, собственно, давайте начнем этот матч. Этот поединок. Называйте его как хотите. Так, Иньеста. Агбана. Перепасовка центральных дефов. Так. Даниэл Алвес. Месси и Даниэл Алвес не разобрались, но Месси мог прокинуть мяч и вполне улететь на своих двух легких ногах от защитников. Так. А Неймар тем временем бьет. И Барри. А Неймар. Рубен Перес. Робби Кин. Так, пас доходит до Афилай, Афилай на Месси, и Месси уходит от защитника, но Эду Албакар или Альбацар, Албакар, наверное, все-таки первый на мяче. А давайте будем называть его Эду. Так, Флано. Иньеста пытается его прессовать и идет в жесткий подкат. А не получить бы ему карточку. Так, Агвана. А на Даниэла Алвеса перевод. А, но мяч у ирландца Робби Кина. Так, Месси. А Месси пас выдает на Неймара, но Неймар уж очень оказался нерасторопливый и, конечно же, мяч не забил. Так, Неймар. Месси. Аргентинец с мячом. Аргентинец выдумывает свои аргентинские кружева и барселонские, и каталонские, и, в общем, вспоминает все, что может, и пытается это воплотить в реалии. Так, Неймар. Месси. Ну, а Рон первый на мяче, и, конечно, он разгружает тот самый мяч куда-нибудь подальше. Опасно, Месси! Опасно! Прокинул мяч Месси и, конечно, возле штрафной Эльче. Я думаю, самые только смелые люди смогут находиться, потому что там сейчас так бомбит, что просто невозможно. Так, ну и 0-0. Первый тайм, конечно. Как я уже сказал, около штрафной Эльче было много опасности, ну и гол просто не миновать. По крайней мере, я так думаю. Не знаю, как думаете вы, но мне кажется, мы давим довольно-таки сильно на клуб, который называется Эльче. И додавим мы уже скоро, по моему мнению. Так, Месси обыгрывает всех, и Месси будет подавать. Подает, но Берри на мяче. А первый он его и забирает, собственно, в руки, в свои ручища. Так, Сеск Фабрегас. Месси. Сеск Фабрегас. А, пас на Месси, но Эду Альбакар все-таки первый на мяче. Так, Арон начинает атаку. Атака, конечно же, не представляется. Атака Эльчи не представляется без Робби Кина, и мяч следует на него. Так, Иньеста. Ломбен.
Пас на Неймара, и Неймар выходит. Неймар выбегает один в один и будет отдавать пас. Запижонил Неймар, и, конечно, такие моменты нужно реализовывать. Так, пас на Месси, Месси. Мягко подает, ну. И на Неймара пытались каталонцы скатить мяч, но не получилось. Ну и опасностей довольно-таки много. И удар. Ух ты, вот это голешник залетает от Иньесты. Вот это голешник от перекладины. Она просто к нам благосклонна, уже второй матч к ряду. От перекладины мячи залетают исправно. И просто смотрите на этот гол, как на красавчик. Из-под защитника Иньеста пробивает. И, конечно, делает это изящно. Просто красота. Просто красотища какая-то. Просто белиссимо. Так, ну а мы идем дальше. Мы идем дальше. На этом останавливаться мы явно не будем. Робби Кин и Ману Дель Мораль, как обычно, разводят мяч с центрального круга. Так, пас на Неймара, но Неймар даже не думал, не гадал, что мяч долетит именно до него. Хотя гадалки ему следовало бы сходить. Серхио Бускетс. Иньеста второй запал. Иньесты. Опять-таки перекладина, но на этот раз она менее благосклонна к нам. Флано. Серхио Бускетс. Ману Дель Мораль на Фиделя. Это не Фидель Кастро, не волнуйтесь, это просто Фидель. Немногие поймут. И немногие поддержат эту шутку. И какие-то доли сантиметров спасают нас сейчас от гола. Вы сами видели, вы сами это видели, что Вальдес уже был отыгран. И все, буквально ничего не оставалось Вальдесу, как пропустить этот мяч. Лети он немножко левее. И пас в никуда. Пас в никуда. Следует так, Филай. Пытался отобрать мяч Фидель. Робби Кин. Так, Филай. Так, Неймар. Неймар. И Коруминос касается мяча в последний раз в этой игре, и встреча завершается. Счет 1-0, конечно, могла быть ничья в этом матче, но судьба благосклонна к нам, и перекладина в этом матче и в прошлом была нашим явным другом, и мы ей, конечно же, говорим спасибо. Ну, а в общем-то, на этом все. До новых встреч на развлекательном канале Видео Channel 47. Всем удачи, всем пока!